Эфиопии есть такая особенность, это вот такие вот переходы. Получается, что не нужно выходить из каждого здания на улицу. Можно полностью вообще весь свой путь проделать по переходам. Это очень классно, например, когда дождь. Не нужно выходить, ты все время находишься под крышей. Вот. Ну, какие-то переходы есть открытые, но все равно с крышей как-то. На свежем воздухе, но они так закрыты. И очень удобно, что и из любого здания вы можете в любое место попасть вот, посредством таких переходов. Мы вот в выставочный комплекс попали, то есть где-то минут, наверное, 15 шли пешком, ни разу не вышли на улицу. То есть мы из метро сразу вышли в такой переход, и вот там прошлись по огромному количеству даже небоскребов, и внутри, получается, и вот между ними вот такие вот аллейки. Вот, такие-то. Ну, с одной стороны, это очень удобно и очень прикольно. Никогда еще так, никогда не видела, никогда так не ходила. Очень мне нравится. А еще здесь есть вот такой фонтан. Честно, не знаю, как он называется. Просто понравился. Он красивый.